Лучшие детские хирурги, заведующие кафедрами в университетах по всей стране, собираются вместе и привозят своих самых сильных и перспективных учеников. Именно так выглядит студенческая конференция «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста». Она проходит более 55 лет подряд. Начиналась как всесоюзная, а теперь стала всероссийской. В этом году площадкой ее проведения впервые выступил Рязанский государственный медицинский университет. Для нас это честь и радость. И посмотрите, какая атмосфера. Она очень теплая, она даже во многом может быть домашняя. Потому что действительно это большая традиция. Традиция подготовки детских хирургов. Школа подготовки детских хирургов. И мы очень рады, что она сегодня здесь и так успешно начала работать. В конференции принимают участие делегации из 38 медицинских университетов страны. Среди них научные коллективы из Башкирии, Москвы, Кубани, Урала, Бурятии, Ярославля, Дагестана, Санкт-Петербурга и других регионов, а также гости из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Роман Евгеньевич Калинин – потрясающий ректор, который является новатором во всем ректорском корпусе, очень четко мыслит и поддерживает все новое. И я думаю, то, что вот Рязанский вуз показывает свою открытость, по сути, всем конференциям, всем форумам, от научных до спортивных, до творческих. Это и есть задача вуза современного этапа. В течение 3 дней в стенах Рязанского медицинского университета разбирается вся детская хирургия. От хирургии новорожденных до нейрохирургии, специализированной ортопедии, экспериментальных секций, урологии. При этом членами жюри являются ведущие хирурги страны, авторы известных учебников. Мы очень хорошо подняли сейчас взрослую хирургию, проводим высокотехнологичные операции. Точно такая же задача сейчас стоит перед детской хирургией, чтобы у нас оказывался весь спектр самых сложных, самых необходимых оперативных вмешательств. Много участвует наших ребят в этой конференции. У нас много докладов, и они, эти доклады, уже идут из практики. Значит, мы, скажем так, начнем оперировать, начнем лечить по новым методикам, по самым высококлассным операциям. Поэтому это очень важно, и просто мы счастливы, действительно, что это происходит на нашей земле. Конференция была названа именами многих известных людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие детской хирургии. В этом году этой чести был удостоен заведующий кафедрой детской хирургии Рязанского государственного медицинского университета Анатолий Соловьев. Он начинал работу в Рязани, затем переехал на Украину, а теперь вновь вернулся на родину. Подо мной защитилось 5 докторов наук и 17 кандидатов. Вот. Ну, наступило время, я переехал в Рязань, и здесь открыли кафедру. Открыли кафедру детской хирургии. Я думаю, что в дальнейшем мы еще здесь поработаем и плодотворно. Такой подарок приурочили к 80-летнему юбилею профессора, 55 из которых он посвятил детской хирургии. На конференции ему также вручили почетную награду – премию имени Немшадзе. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».